На политсовете местного отделения «Единой России» сегодня главный вопрос. Будущие выборы депутата городской думы. Обсуждают кандидатуру Рима Хафизова как представителя от партии. Ранее директор клуба «Уральский трубник» победил на внутрипартийном голосовании. Необходимо утвердить решение местным политическим советом. То есть протокол, который будет сдаваться в территориальную избирательную комиссию, что данный кандидат представляет партию «Единая Россия» на выборах по одномандатному избирательному округу. Право Рима Хафизова представлять «Единую Россию» на сентябрьских выборах рассмотрели 24 члена партии. Свой выбор делали путем тайного голосования. За процедурой наблюдала председатель территориальной избирательной комиссии Гульнара Романова. Бюллетени участники собрания опустили в специальный ящик. После подсчета голосов выяснилось, кандидатуру поддержали единогласно. Далее Риму Хафизову необходимо подтвердить свое участие в выборах в территориальном избиркоме. Сейчас директор клуба «Уральский трубник» намерен продумать будущую предвыборную кампанию. Я считаю, что как руководитель, директор хоккейной команды, я могу довести то, что сегодня касается спорта, а спорт это все-таки, я считаю, что это очень важное для нашего города. Это же сегодня мы говорим, это воспитание детей, они должны как и физически, так и духовно. Поэтому свою работу я и вижу в спорте и, конечно же, в военно-патриотическом воспитании.